Всем привет! Сегодня сделаю обзор на свою каюту, покажу, в каких условиях я живу. Каюта, можно сказать, среднего класса. Бывали в ней получше, бывали и похуже. Это такая средненькая. Так что тут размер каюты, не знаю, квадратов 17-18 примерно. У рядового состава чуть-чуть будет поменьше и не будет ковролина. А так все, в принципе, то же самое. У топ-офицеров там будет двухспальный, ну, гораздо побольше, не знаю, квадратов 35-40, примерно так. Ну, так, в принципе, есть все необходимое. Душ, туалет. Тут два мусорных ведра, один для пластика, один для бытовых отходов. Так, весы, обогреватель. Обогреватель-то я уже сам докупал. Небольшой холодильник. Чайник. Чайник тоже сам покупал. Стол. Стол 6 ящиков. 3 больших, 3 маленьких. Полочка. Настольная лампа. Кроватная лампа. Кровать сама. Кровать с двумя ящиками для белья. Шкаф. Большой отсек, два маленьких отсека, ящичка и отсек со спасательным инвентарем. Там находится гидрокостюм и спасательный жилет. Диван, стул и небольшой столик. Иллюминатор. Это панель алармов. Когда выходит сигнализация, когда что-то случается в машинном отделении, у меня срабатывает сигнализация. Она мертвого может разбудить. Звук очень противный. Даже если в глубоком сне, вы подрываетесь просто моментом. Что тут еще можно сказать? Кровать и диван находятся перпендикулярно друг другу. В случае качки вы уже выбираете для себя удобное местоположение. Ну так, в принципе, все. В таких условиях я живу. Пока.